Анонс и точная дата выхода 21 и 22 серии нового сериала «Дом Бобринских». 21 и 22 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 16 февраля. Напомним, а ранее в сериале мы увидели, как однажды Александр Бобринский то ли в шутку, то ли всерьез решает провести спиритический сеанс, который удивительным образом переносит его прапрапрадеда графа Андрея Бобринского из 19 века в наше время. К удивлению дворянина, оказывается, что спустя 150 лет его потомкам принадлежат лишь бывшие апартаменты прислуги, и все их попытки доказать право собственности на все четырехэтажное имение пока что не увенчались успехом. Теперь сам граф вынужден жить в обычной современной семье, с которой ему на первых порах сложно найти общий язык, ведь у него свои понятия чести и достоинства, которые в наше время могут показаться устаревшими. Тем не менее, он не может бросить своих родственников из будущего в беде и помогает им решить многие бытовые проблемы. Напомним, 21 и 22 серии сериала выйдут на телеканале 1+1 16 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.